Я в Лего играю. Нет, ожерелье не трогаю. Да, жопа болит еще. А ты где? Где? Женя, ты опять мое ожерелье трогала? У меня с него один камушек пропал. Честное слово, я его вообще не брала. Я к нему даже пальчиком не притронулась. Ладно, я его без камушка все равно носить не буду, поэтому забирай. Нет, не трогаю. Я впервые ботокс ставлю. Я немного переживаю. Слушай, не нагнетай, я еще больше, чем ты, боюсь. А тебе принципиально, чтобы филлер по губам равномерно растекся? Слушайте, а это у вас изначально такая рожа страшная была? Или вы ко мне уже ходили? Так, девушка, не вопите. Чтоб чистку делать, не обязательно руки мыть. Нет, то, что кровь идет, это нормально. Вы, главное, лицо над тазом держите, чтобы мне тут ничего не забрызгать. У меня нет ни одного недовольного клиента. Честно говоря, у меня до вас вообще клиентов не было. А вы когда-нибудь уже делали ринопластику? Ринопластика? А, это носы, что ли? Да, я, знаете, сколько уже отфотошопила. Что у нас там? Чистка лица. А, это прыщи давить. И сейчас я ногти подстригу. Чистка лица — это не прыщи давить. Это регуляция работы сальных желез. Вы сами тогда себе прыщи давите. А что там еще разыгрывают? Текстильный декор детской комнаты. 10 колясок, 10 сертификатов на дизайнерскую одежду. 6 цветовых столов, 5 игровых домиков. Игровой домик? В смысле, это все бесплатно, что ли? Ну, по идее, мне все это надо. Чур зимний комбинезон я забила. И парку на зиму. У вас там что, на миллион подарков? Ну да. Серьезно? Вы что, серьезно разыгрываете новые тити? Глупости какие-то. У меня еще старые до пупка не опустились. Что нужно сделать? Ну, я тебя и не в качалке нашла, чтобы ты мне тут силовые трюки показывал. Не переживай, у тебя первый раз и в сексе не получилось. Получается, ты мне теперь вообще не нужен. О, прикольно. А давай я тебя еще на руках уложу? Да не переживай. Я раньше мужиком была. О, вот видишь, как полезно тяжелые сумки из магазина таскать. Ну, конечно, это же не банка с пивом. Зачем тебе ее открывать? Ну, конечно, в этой банке же не сидит баба с огромными сиськами. Зачем тебе ее открывать? Да ладно, не переживай, у тебя еще столько этих банок будет. Ну не плачь. А, вы просили подровнять. Я просто услышала, откирачьте мне на все волосы. Деньги вперед! Давай-ка ты не выступай. Асимметрия сейчас в моде. Слушай, я бы на твоем месте лицо полностью закрыла. А вы укладку умеете делать? Ну я ж тебе как-то сделала. А вот ухи лучше прикройте. От нашего салона вам парик в подарок. Что, какую вкладку, какую прическу? Здравствуйте, а можно у вас подстричься? Ну, если у вас в ближайший месяц важных встреч нет, то милости просим. Вы вообще стричь умеете? А, вам еще надо, чтобы стричь умели? Тогда вон через дорогу спа-алгатерм. С вас 5000. За что? За ценный совет. У меня через полгода день рождения. У меня через месяц день рождения. У меня через неделю день рождения. У меня завтра день рождения. Мам, а Ира придет? А Маша придет? А Владик придет? А Артем придет? А Катя придет? Чё я как дура?
скоро буду эти конфеты всем раздавать. Короче, сначала у меня дома прибухнем, ну, типа с родичами. Потом пойдем купим еще бухла, ну и там по старой схеме. Не буду никому напоминать. Посмотрим, сколько у меня друзей. Алло, Тома, ты помнишь, что у меня завтра день рождения? Не забудь поздравить. Алло, Саша, помнишь, что завтра? Миша, Ира, Витя, Алина, Лена. Алло, да, Дима? Да, ты первый поздравляешь. Только у меня вчера было. Happy birthday. Были бы мужики хоть чуть-чуть повнимательней. О, ты подстриглась? Да я только кончики подровняла. Тебе очень идет. У тебя такой маникюр красивый. Ты реснички нарастила? Это двойной объем, мой любимый. У тебя что, волосы секутся? У тебя так маникюр отрос. Ты, малех, поправилась. Килограмма на два, да? А ты голову не каждый день моешь, да? У тебя в глазах какашки. Дай уберу. О, нафиг надо. Не-не-не-не. Жень, вот косметичка, возьми все, что тебе надо. Ага. Так, ну контур я растушевала. Помаду бы на тон посветлее. Было бы идеально. Лиз, смотри, под наши с тобой фотографии написали: одна симпотная, а другая не очень. Слушай, ну ты главное не расстраивайся, окей? Женя, о чем мне расстраиваться? Это ж ты не очень. Послушай, среди нас двоих страшненькая это ты. Жень, без обид, конечно. Но ты прям уродка, да? Послушай, гоблин, вот ты прям гоблин. Жень, без обид, но ты просто чудовище. Слушай, ты глаза разой, да? У тебя внешность прям мразотная. Женечка, я первые полгода думала, что я с парнем дружу, но просто фейс трансушный прям. Ты прям страходромишь. Это ты, я страходромишь? Эй, уродки, от машины отошли. А, это не нам. Ну, точно не нам. Вам, вам, я еще в комментариях писал. Смотри, Ленка выложила фотку с отдыха в купальнике. Да с такой жопой, как у нее, надо в дутых штанах выкладывать, а не в купальнике. Да, в дутых штанах, точно. Мне тут знакомые сказали, что в Москве такой шикарный клуб открывается. Я там еще ни разу не была, но я его уже люблю. Я тоже люблю. Жень, я, короче, с Сережей решила расстаться. Ну, потому что он совсем придурок. Да, придурок совсем. Слушай, Жень, а что ты мне все время поддакиваешь? У тебя вообще мнение свое есть или как? Да, есть. Нет у тебя своего мнения? А, да, нету. Как у тебя сисик? Когда мы были в Ницце, он мне заявляет: эта яхта не моя. Я говорю: если яхта не твоя, значит и я не твоя. Абсолютно верно. Я вообще считаю, если ты нищеброд, да, то и же в свой нищеброд, нам с тобой делать нечего. Абсолютно верно. Только люкс, только премиум. Только люкс, только премиум, это однозначно. Жень, ты что делаешь? Эту еду до нас не убрали. Чего ты сидишь? Давай налетай. Это ваше, да? Дико извиняемся. Ае, ае. Ае, ае.